Распространено убеждение, что шоколад улучшает настроение, и это действительно так. Организм реагирует на десерт усиленной выработкой гормонов, которые снимают психологическое напряжение и боль. Мы узнали у специалиста, в чем польза и вред шоколадной терапии. Шоколад стимулирует выработку в организме эндорфинов, то есть это гормоны радости. Но здесь важно помнить, что для долгосрочного счастья нужно заботиться о своем здоровье и искать другие способы справиться со стрессом, прогуляться, пообщаться с другом. Магазины со сладким ассортиментом ежедневно привлекают десятки покупателей. Шоколад и конфеты не оставляют равнодушным никого. Но кто же чаще всего их покупает? В основном дети, но и взрослые тоже покупают. Допустим, если они приходят с детьми, они обязательно купят шоколад. Специалисты утверждают, шоколад не просто вкусный, но и полезный продукт. О лечебных свойствах сладкого десерта нам рассказала Ширин Араева, врач-терапевт Видновской клинической больницы. Улучшает моторику желудочно-кишечного тракта, тонизирует нервную систему и улучшает мозговое кровообращение. При чрезмерном потреблении шоколада появляется лишний вес. Риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, риск онкологических заболеваний. Среднестатистический россиянин съедает почти 6 килограммов шоколада в год. Полки магазинов удивляют изобилием этого десерта. Черный, горький, белый, пористый, с добавками и без. Кажется, это лакомство любят все. Узнаем, сколько сладкоежек в Ленинском округе. Любите ли вы шоколад? Любим. Какой любите? А лучше темный. При каких обстоятельствах обычно едите? Когда стресс, заедаю. Да просто по настроению. Иногда вечером с чаем. Помнишь ли день, когда первый раз попробовал шоколад? Да. Как это было? Это было неожиданно и очень вкусно. Мне тогда было 4 года. Родители разрешают есть сладкое? Да, очень часто. А часто ли ты его ешь? Да, при любой возможности. Некоторые любят белый, среди жителей нашлись любители черного шоколада. Но многие неизменно любят молочный. Порадуйте и вы себя сладким десертом в честь праздника. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Саш, будешь шоколадку?